Ну, я, конечно, значит, каким я вижу. Я не Вайлдберри, чтобы ее видеть. Я могу говорить о том, что я хочу. Я, конечно же, хочу, чтобы моя родина была процветающая, очень сильная держава, чтобы в ней было спокойно. Самое главное, чтобы в ней было спокойно и прогнозируемое житье, быт, взаимоотношения с ней, чтобы не было озлобленности. Конечно, чтобы был мир, и чтобы Россию в первую очередь уважали.